Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Сан-Франциско в этот солнечный воскресный день. В этот солнечный воскресный день есть еще такой праздник у нас, называется Mother's Day, День Матери. И вот мы едем к дочери в гости. Она у нас мать двух девочек. И вот мы хотим купить цветочки. Вот это такое место придорожное, торгует цветочками. Такое ощущение, Света, что мы пришли к шапочному разбору. Все цветочки уже раскупили. Вообще, смотри, нежно. Причем вот эти, они говорят, $9.99, посмотреть не на что. Да. А вот эти, это уже $20 стоят. Так, понятно. Друзья, вот эти за десятку. Но это, видите, как... Да. Надо было раньше, когда мы в другую сторону ехали, надо было тогда взять. Так, а это что, Свет? Да, вот эти за двадцатку. Но надо сказать, что, конечно, здесь обычно намного более симпатичные покупки можно сделать. Другое дело, что, конечно, вынесено так, видите, пусто. Вынесено к самой дороге. Тут автобусная остановочка. Тут должен быть ценник такой. О, написано. Розы, написано, от десятки. Вот $9.99. Вот так куца, друзья, убого. Да. Написано, специальный букет $15, $12. А смотреть не на что. Это вот это, что ли? Вот этот вот, друзья, сиротский набор $12. Да. Давай, да. Расскажи, что это. Ну что это, букетик цветов, конечно, это безобразие полное, такие маленькие цветочки, они за $20 дают, это, конечно, очень... Ну, да, сегодня большой день, друзья, у тех, кто торгует цветами. Это правда.